Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир Конюка, на канале Супер Мангал. И сегодня я буду готовить очередное блюдо вкусной и питательной мужской кухни. Сегодня я после работы вот намерен сделать легкий перекус и отпраздновать, как говорят, день прошедший в вечерней прохладе с любимой женщиной. Чем Бог послал? Сегодня у нас Бог послал вот 4 сардельки, вот перчик, вот яички. Сейчас я намерен сделать яичницу в перце. Берем перец, отрезаем верхнюю часть вот эту, вот так вот. Вот у нас появился вот такой вот кораблик. Делаем то же самое со следующим. Перцы у нас уже разделанные, подсаливаем. Вот так вот. И ложим сюда по кусочку сливочного масла. Кашу маслом не испортишь, перец и подавно. Вот так вот. Все, это уже у нас готовое. И теперь делаем вот такую вещь. Берем бамбуковые шпажки, у нас 4 сардельки, ну и понадобится 4 шпажки. Вот берем каждую сардельку, мы ее не чистим, чтобы она не развалилась на куски. Вот так вот ставим нож, прорезаем до шпажки и вот так вот прокатываем ее, прокатываем, как бы нарезаем спиральку. Такая вот вещь получилась. И так делаем все остальные 3 штуки. Сделаем парочку гренок. Вот сейчас все то, что мы приготовили, в обязательном порядке промазываем растительным маслом, чтобы жар не сушил продукт, а образовывалась румяная корочка. То же самое делаем с сардельками. То же самое делаем с хлебом. Исключительно промазывается верхний срез, который будет контактировать с огнем и жаром. Выкладываем перчик, и процесс пошел. Угли жаркие, а результат сразу виден на лицо. Я в спешке совершенно забыл, что шпажки надо замочить в воде минут на 20, чтобы они вот не теряли свой вид, не подгорали. Масло уже растаяло. И делаем вот так. Сарделек уже достаточно. Это все происходит быстро. Солим яйца. И вот эти крышечки я тоже подсолил. Пускай будут поджаренными. Ну и, конечно, гренки. Ну вот как это все происходит. Ребята, оказывается, что перец прожаривается очень медленно. Поэтому я просто вынужден был поставить крышку для убыстрения процесса. Если же у вас крышки нет, полю фишку. Берете фольгу,
вот так вот располагаете над перцем, придавливаете по краях, и процесс значительно ускорится. Ребята, смотрите мой канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, лайк, дерзайте, радуйтесь жизни, готовьтесь, и пусть еда ваша будет вкусной.